Привет, друзья! Вы вновь на просторах развлекательного канала «Помидорка за решеткой». Меня зовут Бакштеев Дмитрий. Мы с вами продолжаем проходить Средиземье «Тень Мордора». И нам нужно заклеймить четырех вождей, но мы будем делать не это в этой серии. В этой серии мы с вами будем выполнять задание под названием «Лекарство». Литериэль нужна ваша помощь, чтобы найти эликсир, способный исцелить ее мать, чей дух долгое время был под контролем Сарумана, белого мага. Этим мы и займемся. Саруман вообще часто промышляет таким, да? Но потом будет. Это игра между Хоббитом и Властелин колец. Во времена Властелин колец очень часто такое говно будет происходить. I will take care of the orcs. We could follow behind unseen. We get the medicine and we leave. Я вырезаю орков, а они прячутся сзади. Блин, какая музыка божественная. Зачистить все три зоны поиска, не поднимая тревоги. Only in stealth can we clear a path so Letharial and the men may find the elixir. Emotion fogs your way. Risk without reward is recklessness. This medicine will clear the Queen's mind and lead to answers of your past. Then may truth justify our alliance with these people. Nero, stay from a wasp. Точильный камень. Читайте, на здоровье. That dwarf knows no fear. I don't know if he's brave or stupid. Or both. He has no fear of death. But there are many worse things than death waiting in Mordor. A good view of the battlefield. If we could learn how to ride him, imagine how many more. Понятное дело, да, что мы его сейчас заклеймим. Пс. Иди сюда, чувак. Сюда иди. Да, это крысы, конечно. Определенно. Ты тоже теперь мой, дружище. Опа. Где-то здесь этот знак, блин. Да как так-то, а? Скрытно заклеймить не вышло этого чувака. Ну да ладно. Что за черепок появился? Давай спрыгни вниз. Да спрыгни ты вниз, а, молодец.
Энардон. Есть там противник? Вроде как нету. Давай, я хочу этот артефакт. Сейчас заберемся наверх, возьму артефакт, а вот он. Что это тут? Этот посох был сделан из небольшого деревца, сломанный посох. Кстати, из-за того, что мы тогда урны опустили, получилось зачистить территорию. Saruman the White is the leader of the White Council. His knowledge of the Rings of Power is deep. Так, это мой товарищ. At first I thought the new tracks we found was left by ghouls. Me too, until I heard it was Ulrog stumbling about trunk again. I like it here. Always reads some books. Barons and let 'em sit there till they ship 'em out. Еще двоих бы заклеймить скрытно. Some of them soft kids ring bad enough when they're alive. Imagine the spell if you jammed them into a barrel for a week. Вот он один. А его сведения придут ко мне? Тише, 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 тише. Хотел что-то сказать, да, уже? Что такое? Я ничего не... Ничего это не видел. Лучше до бала. Давай, давай. Don't get hurt before I've had a chance to maim you. Ты офигел, слышь? Вот, теперь надо захватить его. Да ты охерел. Да ладно, дружище, ну ты должен умирать уже. А все, не давал себя захватить.
Вот скотина. Thario's drive is infectious. I can see why men follow her conviction. Так, забирай стрелы. У нас осталась последняя территория. Доп задание я выполнил. Вообще удивительно, но я, по-моему, только один или два раза дополнительное задание не выполнил. Так, что это за артефакт? Кухонный нож. Супер. This land is rich and green, but there is a sickness on it. These waters are bitter, and the creatures within them foul, but they will feed Sauron's war machine. Вау. Прям очень много этильдинов нахожу в этой серии. Михан де Морхир. The picture is becoming clearer. It shows what came to pass and what may come to be should we succeed against the Black Hand. If we don't find a bit of that, because we still have crews and crowds to deal with. Stain our hands with Uther blood. When a Caragor can do it in our stead. Rent smells like chewed up man. You bring one Caragor. Serve my will. Работайте, работайте, дружище. Я, кажется, все сделал. Кажется, что мне не кажется. И она нашла лекарство. We found this message. Orc leaders plan a gathering by the fishing village. We can prepare an ambush. I owe you a great thanks. I'm glad to be of assistance. We are lucky to have you. These are not your people, Talion. Remember your wife and son. Well, I mustn't keep you. Yes. Every moment is precious. Типа не иду с тобой. Она даже немножко удивилась. Задание лекарства успешно выполнено. It's reflected in the eyes of her people with respect rather than fear. Чего плохого в этом нет? Ну какого хера вы вылезли, а вообще? Повылазили тут. Так, и, кстати говоря, есть еще одно задание с ней, да? Да, отчаянно желая спасти мать, Литериэль стала прибираться в крепости уруков. Из последнего похода она не вернулась. Черт. Давайте-ка за ней. Вожди подождут. Да подождут, я сказал. Что ты делаешь? Хорош, драться. Stop this day!
Зачем я это делаю, я понятия не имею. Жажда помочь. Она была сильнее меня. Так, подожди, не-не-не-не-не, не то открыл. Я вот это хотел открыть. Критический удар 2 у меня почему-то заблокирован. Видимо, там нужно прокачаться посильнее или там пройти по сюжету дальше. Пока неизвестно. Смертельный удар остенел. Т плюс Х. Боевое истощение при заряженном А плюс Б, чтобы мгновенно истощить у рука. При этом вы выполните запас липиски. А, вещь. Да, давайте-ка я это изучу. Ха, клеймите и убить их всех. Жестко. Отчаянно желая спасти мать. Это вот, кстати, вот насчет А плюс Б, помните? Клеймо не работало. А сейчас это вообще кое-что другое. Странная странность. Ну ладно. Отчаянно желая спасти мать, Литриэль стала пробираться к крепости уроков. С последнего похода она не вернулась. Давайте помогать. Это я прочитал еще раз то же самое, что я читал на карте. Урк. Such a shame. If you truly know nothing, then you're of no use to me. When you're done with her, hang her high. Make sure the Gravewalker can find her. Gravewalker. Про меня сказал. Not going anywhere, Slack. Tell us where it's hiding and we'll kill you quick. А, молодец какая. Какая молодец, ты посмотри. Но это значит лишь то, что у меня есть время. Так, это я искать не буду. It would appear all of her men have fallen. That is why we must help her. She has no one left by her side. Привет, дружище. Ты за мной. Я помню эту деревню. Шестерых врагов. Надо заклеймить, хорошо. Где-то тут просто враг, я не понимаю где. А, наверху. Иди сюда, 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 сюда. Что за бред вот сейчас происходил? Вот это все время я не понимаю. Как бы мне... Привет, дружище. Так, теперь найти Литриэль.
Одного пришлось убить. Я, можно сказать, был вынужден. Пошел в жопу. Убить или заклеймить руку схвативших литерей. О, я сделаю это. Вот теперь клеймо в бою работает. Отлично. Извини, дружище, я тебя тоже убью. Эй. Давай-ка ко мне. The Uruks rally when their brethren fall. So will my tribe. Plan your vengeance once we have escaped. I don't seek vengeance. I fight because it would be wrong not to. Видите, да, впереди противника? Как же ты долго, а? Talion, I can no longer draw my sword. And I will do so in your stead. Давай, давай, иди сюда, тебя ж бесит это. Ух ты ж, сукин. Ты за меня сражайся. Вот этого надо тоже, чтобы он тоже за меня сражался. Да нет, но ты же уже клеймел. На. Будешь защищать нас. Иди за мной. За мной иди. А, не будет защищать нас, окей. Spirit. I've never met a fighter with such vigor for battle. I have no choice. In the face of darkness, it is our duty to bring light. Как мы заговорили. Это мои ребята. Айда за мной. Куда ты поворачиваешься? А может быстрее? Может ты ее на руки взять нормально и там пробежаться? А, черт. Вот здесь. Давай, 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 давай. Извини, я хотел, чтобы ты сражался за меня. Мне очень важно, чтобы ты мне кое-что рассказал. Вот про вот этого дядьку. Блин, у одного из вождя 4 охранника. Ох, предвкушаю, попа, боль прям. Предвкушаю. Отпускаю тебя. Все за мной? Да, все за меня. За мной. Такая маленькая армия. Сломана нога. Херня в том, что ты как бы и не знала, где я нахожусь. Даже если хотела сказать, не получилось. Такие прям герои.
А я сейчас жизнью рискую. Хотя мне не привыкать. А, ну давайте. Это сейчас, чтоб шибко не охереливали. Помогать мне. Он, по-моему, уже за меня дрался, а я его. Хотел клеймить. Слушай, моя армия всех разгоняет, по-моему. Просто просталкивается. Я еще мог отравить, кстати, вот эти вот херовины, видите, стоят. Тогда вообще все было бы легко. Погоди, тут. А, надо летать. Задание для Лука перестал выполнять, потому что скучно стало. Я понял, опять же, я понял, что как бы и так мне норм, поэтому зачем мне париться с улучшениями. Прости. And I buried them along with everyone I even knew. Stay with us. My mother can help you. I can't. I don't belong here. You will be a champion to my people. Over there! And you walk on your own. Is that your answer? Milady! Help her! Показательный ответ. You need to leave this place immediately. It's not safe. Thank you. Ranger. Очень-очень-очень-очень показательный ответ. Ты можешь идти сама? Вуаля! Когда надежды не осталось, достижение получаем. Спасти жизнь Детериэль. Так медленно, эпично, красиво он... режет текстуры. А нет, смотрите, не режет. Все продумано. Он очень круто в ножны положил сейчас меч. Очень круто, ладно. Забираю свои слова назад. Очень круто. Лотариэль и его люди не смогут выжить, Мордор. Они должны уйти или погибнуть. Блэкхэнд будет страдать за это. Что-то он там надумал. Хотел что-то сделать уже. Хотелось это сделать. Короче, понятно, да? Теперь вот, смотрите, у меня... О, кстати. Сейчас я кое-что проверю. Восстановлю здоровье? Да, смотрите, восстановлю. Круто. Теперь у меня доступно одно задание. Открыто одно задание, которое недоступно. Вот так вот правильно будет сказано. И нужно выполнять вот эти задания, связанные с вождями. Что я и буду делать. В принципе, почему-то на карте 3... А, ну потому что я только о 3 знаю. Вот, все понятно. Этим я займусь тогда в следующей серии. Вожди, ждите меня. Ага. Да, не хочу на самом деле. Очень не хочу. Мне кажется, это скучно. Ну да ладно, займемся в следующей серии. Всем спасибо, всем пока, ребят. Удачи.